Креативные разработки в искусстве, новые форматы подготовки специалистов творческих профессий, площадки для продвижения проектов в сфере культуры. В Белгородской филармонии накануне открылся форум «Медиа плюс мьюзик. Слово, цифра, нота». Образовательная площадка – часть международного музыкального фестиваля «Белгород Мьюзик Фест» Борислав Стрелев и друзья. Своими идеями и опытом делятся ведущие специалисты медиасферы – режиссеры, актеры, продюсеры. Впервые форум прошел в смешанном формате – офлайн и онлайн. Актриса театра и кино, чемпионка высшей лиги КВН Елена Борщева рассказала, почему для развития в творческой сфере важно общаться с единомышленниками. В собственном примере в этом убедилась, потому что как только я попала в среду общения, да, юмористов, КВНщиков, мой мозг начал действительно по-другому работать. Я настроилась на эту юмористическую волну. Моя жизнь круто поменялась. Для белгородских школьников и студентов, которые хотят развиваться в области музыкального творчества, интерактивных технологий, 3D-графики и анимации, запускают школу креативных индустрий. Открытие 1 сентября. Подробности на форуме раскрыл директор школы искусств Белгородского института искусств и культуры Алексей Ивницкий. Набор обучающихся 100, не менее 120 человек в год. С учетом того, что обучение будет проходить 2 года, 240 обучающихся будет учиться. По окончании обучения будет выдаваться сертификат установленного образца, а также как и в школе искусств.